рядом со мной лежит книжка. Вот, я не успел сейчас. Да, видно, мне нет, не хочу включать свет, чтобы видели бардак. Фатьянов В.И. и Менафов Б.М. написали книжку, небольшая брошюра, называется «Вишни и слива». Здесь они увечат, это 80-й год, формирование обрезка. Эти же самые схемы, которые я видел в десятках статей, они друг у друга передирают. Вот. А здесь брошюра «Деньжат слупить». И опять, значит, все ветки эти лишние. А дальше что? Догадались? А дальше идет что? Дальше идет грибные болезни, вот, монолиоз, и пошло, и поехало, и куча рецептов, как бороться. Вот. Но у них гриб на первом месте. Я просто не успел, я боюсь даже конючить эту тему, потому что подключите, я же не раз об этом говорил. Гриб жрет не то, что мы уничтожили, это вначале мы сгноили, умертвили. А здесь я вот это вот приготовил для отдельного фильма. Почему? Поверьте, это не шутка. Вот. Это не шутка. Они не знают даже для чего грибы в природе. И что вот. А я оказалось, что вот эти вот люди, которые занимаются вот этим, вот я вам показывал просто, чтобы поняли, о чем речь идет. Это не шутки. Вот. Первыми в мире т-т-т. А теперь нашли опята, которые уничтожают деревья. Это нет ни одного опенка в мире, который уничтожает деревья. Безобидный гриб может стать патогеном после всего этого, что натворили, наговорили, наболтали. Константин Крутовский и Игорь Павлов. Вот. Вы, не имея представления, вот это вот пишете, да, массовые очаги усыхания, вы поставили свои задачи на генетическом уровне уничтожать грибы. Нас ждет вот это, извините, я не удержался, отдельный фильм будет про это. Но я вас, железу, предупреждаю, я не просто железу. Вот. Я разбираюсь не хуже вас в этих самых, то, о чем вы здесь пишете. Вот. Ни один гриб не уничтожил ни одно дерево. Это вы уничтожите. Вот. Я еще даю вам время, фильм еще не сделал. Знаете, почему я стал? Я случайно. Я думал, а где вы живете? В Красноярске. Вот. А кто у нас председатель правительства Дмитрий Медведев является? Кем? Членом попечительского совета этого. Так вот, первый раз в жизни настучу. Вот. Никогда, я всегда, нас с детства говорили, что стучать нельзя, что это подло, это предательство. Вот, никогда ничего. Я должен сказать этому Медведеву, вы что, с ума сошли? Вы что, совсем ничего не соображаете? Вы в лучшем случае ничего не добьетесь, потратите деньги. Это про вас будет этот самый, мой любимый, как он называется, третий раз говорю, привожу этот самый анекдот. Посмотрела бабушка порнофильм, воскликнула: «Жизнь прожита зря». И вот когда вы будете на пенсии, когда вы будете подсчитывать свои эти самые, у вас будут звания этих самых членкоров и академиков, в лучшем случае вы ничего не добьетесь, потому что грибы не уничтожают живые. Никогда. Понимаете? А почему еще говорю, сейчас поймете. Я не хочу, чтобы вы подставляли этого же Медведева, вот, всю Россию, поняли? Вот, я для вас приготовил вот эти вот, для тех двух фамилий, не хочу возвращаться. Я вот, это я придумал, что грибы-осенизаторы, вот, я для вас расшифровываю, вот, это не я придумал, это, вот, наберите только эти слова, эти самые, как на ключевые слова, да, и что вы узнаете? Ну, вы что, вы этого не читали, что ли? Ну, жаль, лучше бы в школе это проходили. Ну. Вот это вот потом отдельно прочтете. И вот, можете мне позвонить, сказать: Валерий Константинович, давайте ликвидируйте вот этот предыдущий, вот этот самый, как он называется, какой там по счету. По-моему, счет он 48-й, а вот это 49-й. Вот вы их уничтожьте, попросите Антона, чтобы он их уничтожил, эти самые. А мы перестанем херней заниматься. Вот.
Потому что начинается вот с этих вот книжечек, вот таких вот, вот в руках что держу, Фатьянова и Минарова, где изувечат сад, а потом грибы жрут, и они говорят, грибы виноваты, окончается вселенским ужасом. Извините, не выдержал. Так, дальше по тексту. Это же Красноярск-то рядом, кстати, а, господа ученые. Рядом, это не где-то там за 3-9 земель, первое в мире. Придумать такое, грибы уничтожить, опята. Да и не в том дело, что опята нечем будет подводочку. Это самое, не будет опенка. Вы же думаете, что вы делаете-то? Не знать, для чего грибы. Нашли виноватых. Ведь сами же, там же, в вашем же тексте написано, что не считая изменения климата. Вот. Вы еще, надо вот через запятую рубку леса еще сказать. Я же вас для чего угодно приведу. Я для вас даже эти самые, уже фотографии начал собирать для вас. Раз вы не знаете этого. Но я же фотографии начал собирать. А ведь у вас же начальство есть, это же, как называется, попечительский совет. А вы знаете, для чего попечительский совет? Это чтобы потом, когда вам Шнобелевскую премию вручать будут, вы не поедете за ней. Вот, вы со стыда это самое, не знаю, что будете делать, попрячьте. Шнобелевскую премию будут за это вручать. Вы что, думаете? Вы страну позорите. Нашли виноватых. Так, пойдем дальше. И неделя была у вас. Не может быть в Красноярск рядом, чтобы кто-то вам не сказал, вашу фамилию называл. Чтобы кто-то вам не сказал. Подумайте, что вы делаете. Хотя бы рот бы мне заткнули, позвонили, сказали, мы больше не будем. Уберите свои эти самые, вот эти два прошлые вот этот вот ролики.